Период майских праздников ознаменовался появлением на дорогах пьяных водителей. 10 из них удалось поймать сотрудникам ДПС. 30 человек сели за руль, не имея на это права. Кроме того, на дорогах района случилось 20 аварий, в которых пострадало 3 человека. 9 мая 2020 года в 6 часов 44 утра на перекрестке улицы Кузнецова и Люцикирова водитель 88 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2131, это Нива, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество транспортному средству, двигающемуся по главной дороге. Там был автомобиль Renault Sandero под управлением водителя 67 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Renault Sandero. Несмотря на отмену особого противопожарного режима в Вологодской области, в Великоусюрском районе он по-прежнему продолжает действовать. Сжигать траву и мусор запрещено. Пожаров за праздничные майские дни произошло всего 2. Один из них – деревня Меденицына. 11 мая 2020 года в строении частной бани произошел пожар. В ликвидации пожара приняли участие 2 единицы техники, 8 единиц личного состава. Причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи отопления. Не соблюдены расстояния между сгораемыми материалами и печью отопления. А в День Победы на улице рабочий загорелся жилой дом. Прибывшие на место возгорания пожарные обнаружили горящий открытым пламенем диван. В результате пожара пострадала внутренняя отделка имущества проживавшего в доме устюжанина. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения. Максим Тядов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».